очень соскучилась за тем, чтобы вот просто попеть под гитару, за каким-то вот за живым звучанием, поэтому для меня это сейчас был такой кайф. Готовится несколько совместных песен с французским диджеем и с турецким одним диджеем. И вот на эти клипы, на эти песни будут сниматься клипы. И дай бог, что будет все хорошо. Если я все успею, то вы их увидите и услышите до Нового года. Остальные песни мы где-то за год, наверное, сделали вместе. Просто так пошло. Сначала там я одну песню написала, сделали ее круто, потом вторую, третью, потом Миша мне какую-то свою заготовку показывает. Я говорю, оставляй, сейчас мы дальше сделаем песню, и получилось 15 треков. У этих песен есть свои англоязычные аналоги, Looking for You и No Love, соответственно. Ну, мне кажется, что вот песня сама звучит на украинском много, конечно, интимнее и лучше, чем на английском, но это слушателям, наверное, решать. Я бы очень хотела, конечно, в Китай, в Азию проехаться, потому что там нереально популярные альбомы, песни, и там очень ждут и часто пишут, но пока что мы еще вот в процессе.